Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами очередным видеопостом. Недавно я устанавливал для мамы русское телевидение. Компания ТВ-Знак предлагает 400 каналов на русском языке. Открыв коробочку, был приятно удивлен. Посмотрите, какая мелкая приставка. Несмотря на то, что она такая мелкая, мне есть все необходимые входы или входа для штекеров. Ее можно легко положить в карман и возить с собой. Также в коробочке я нашел инструкцию, различные шнуры, кабель с тюльпанами, Хайди кабель. Подключил все шнуры и сейчас подключаю приставку. Повторюсь, она очень мелкая и легко вмещается в ладонь, то есть чуть больше советского спичечного коробка. Да, еще раз про пульт. Пульт с технологией Bluetooth. Наверное, это круто. Довольно такой модерновый интерфейс со всеми последними нужными наворотами, со всем необходимым. Так, я набрал последний канал и смотрим, что у нас по убывающей. 398, 397 и так далее. Переключая каналы, я наткнулся на один очень интересный канал. Это специальный канал для изучения английского языка. My name is Casey, and today is July 26th. And the three words of the day are relative, baseball, and screenwriter. Are you excited to find out why? Relative. Baseball. Screenwriter. Благодаря этому каналу я, наверное, себе тоже возьму такую установку. Потому что 24 часа в сутки я в любой момент могу подойти, сесть, включить телевизор и упражняться английским языком. Это кайф. Если вам интересно побольше информации услышать об этом канале, свяжитесь со мной. Друзья, я знаю, что у нас не так много времени, чтобы смотреть ТВ. Но подумайте о людях старшего поколения, у которых оно есть. Это реально круто. 400 каналов за такую цену и с таким качеством. Очень рекомендую. Да, и участникам нашего клуба, обладателям карточек, дается скидка 10 евро.